организовала свое дело. Слышала, что необходимо обязательно использовать контрольно-кассовую технику. Подскажите, все ли предприниматели должны иметь онлайн-кассы или есть какая-то категория, которая пока освобождена от этого обязательства? Ну, прежде чем начать предпринимательскую деятельность, обязательно необходимо зарегистрировать контрольно-кассовую технику. Контрольно-кассовая техника обязательно к применению для всех категорий организаций и предпринимателей на территории Российской Федерации при осуществлении наличных и безналичных денежных расчетов. 1 июля 2019 года финишировал третий этап перехода на онлайн-кассы. Новый порядок применения ККТ позволит в автоматизированном режиме принимать данные о выручке с каждой ККТ, а также усилит гражданский контроль со стороны населения с помощью применения мобильного приложения «Проверь кассовый чек». Но у нас, получается, с декабря 2019 года по настоящее время проходят массовые рейды на территориях, где проходит массовая торговля или оказание услуг. Проведенными проверками установлены массовые нарушения неприменения контрольно-кассовой техники, в том числе при ее наличии. По всем результатам составлены акты проверок применения ККТ, и нарушители привлечены к административной ответственности. Минимальная сумма штрафных санкций для юридических лиц составляет 30 тысяч рублей, для должностных лиц – 10 тысяч рублей. Также хотела еще обратить внимание, что на территории всего Приморского края действует оперативная мобильная группа. В состав этой оперативной мобильной группы входят представители Федеральной налоговой службы, органов внутренних дел, а также органов прокуратуры. То есть проходят массовые проверки в местах, где несколько субъектов предпринимательства оказывают определенные услуги, в частности, общепит. По всем интересующим вопросам можно обращаться в инспекцию по адресу город Уссурийск, Чичерина, 93, кабинет 116 или по телефону 842-34-32-00-15.